В Набережных Челнах стартовал очередной сезон Лиги КВН работающей молодежи. На сцену ДК «КамАЗа» в субботний вечер вышли 9 команд, 4 из которых представляли подразделение автогиганта. Это «Сердечные люди», «Полный привод», «Мои красавцы» и новички сезона «Союз немалых заводов». О чем шутят работники «КамАЗа» в самом начале 2017 года, расскажем в нашем сюжете. Так стартовал новый сезон Лиги КВН работающей молодежи. Среди команд старичков особняком выделялась совсем молодая сборная немалых заводов. Большая часть ее участников работает на автогиганте. Мы представляем сборную 5 заводов, одного центра. В этот раз это для нас первое выступление. Мы решили показать свои лучшие номера. Что-то будет, конечно же, новое, что-то будет уже показанное на зимних фестивалях наших камазовских. В то время как новички делали ставку на свои лучшие номера, команда «Сердечные люди» рассчитывали победить другими методами. У нас есть секретное оружие – это внезапность. И еще у нас есть очень эмоциональный человек, он вытащит нас в тяжелый момент. Да. И в конце мы хотим лирично закончить, чтобы нас запомнили надолго. Автогигант на игре представляли 4 команды. Сердечные люди от завода двигателей, мои красавцы от литейного, полный привод от автомобильного и сборная немалых заводов. Еще 5 команд от других предприятий города. По условиям игры на открытии сезона веселые и находчивые показали только визитки. Однако это нисколько не повлияло на настроение в зале и количество шуток. Юмора на сцене в этот вечер было много. Да, блин, да повешу твою картину, показывай куда, а? У некоторых из команд уже появились ценители их творчества, которые не пропускают выступлений любимых КВНчиков. Впрочем, решающее слово было за членами жюри. По итогам выступлений первое место получила камазовская команда «Полный привод», а гран-при фестиваля достался КВНчикам «Рэм-дизеля», команде с хорошим настроением. Ландыш Капранова, Эльмира Гайнутдинова, Дмитрий Кравченко, «Вести КамАЗа».